Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как добавить фото к контакту на телефоне Samsung Galaxy A40. Итак, для этого в первую очередь мы заходим в приложение телефон, заходим в контакты, или же сразу в контакты. Далее опускаемся на любой номер, вот допустим номер Hard Reset, нажимаем на значок информации. Далее мы нажимаем на значок фотографии. Здесь, так как у нас фотографии, мы можем выбрать либо вот такие вот стандартные, либо можем сделать свои, либо выбрать из галереи. Так как галерея у нас пустая, насколько я помню, да. Она у нас пустая, мы можем выбрать пункт камеры и сделать фотографию самим. Так, давайте я возьму телефон, быстренько сделаю фотографию. Фокусируюсь, понижаю экспозицию, фотографирую. Все. Такая вот фотография у нас получилась. Нажимаем ОК. Давайте выставим как-то более красивенько, например. Вот так. Чуть-чуть выше. И нажимаем готово. Вот такая вот фотография у нас получилась. Теперь нажимаем сохранить. И вот у нас теперь стоит, собственно, на контакте вот такая вот фотография. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!